Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп, выступая в штате Огайо, предложил отказывать в выдаче американских виз лицам из стран, в которых наблюдается высокая террористическая активность, а также раскритиковал взгляды на проблему миграции своей соперницы от демократической партии. Коротко говоря, Хиллари Клинтон хочет быть американской Ангелой Меркель. А вам известно, какой катастрофой обернулась вся эта массовая иммиграция для Германии? Преступность выросла до такого уровня, о котором никто не думал, что он возможен. Также Трамп пообещал в случае своего избрания президентом не закрывать тюрьму в Гуантанамо и отказаться от политики смены режимов в других странах. На эти заявления Трампа резко отреагировал вице-президент США Джо Байден. По его словам, риторика Трампа создает угрозу безопасности США. Идеи Трампа не просто глубоко ошибочны, они очень опасны, и они в крайней степени противоположны американским. Они демонстрируют полное незнание нашей Конституции. Это готовый рецепт, который сыграет на руку террористам и их пропаганде. Байден обвинил Трампа в том, что тот собирается проводить политику страха и нетерпимости и угрожает послать американских граждан в Гуантанамо.